Всем привет, дорогие друзья, с вами Зевс, и вы видите эти цены? Слушайте, обязательно посмотрите на каждый ценник, это просто пушка гонга. Ко мне обратилась группа топ-игроков, которые создали новый канал Доната в Империи Пазлов. Дешевле не бывает. А прямо сейчас сравните цены с тем, что вы брали, и где-то, и сравните с тем, что здесь. Сравните, что вы брали и что здесь, и что надо сделать дальше. Ну а далее, дорогие друзья, все очень просто. Для того, чтобы принять правильное решение, вам достаточно послушать Зевса. Что я вам расскажу? За уже месяц, пока я тестировал данную площадку, я увидел не только вкусные цены, а еще и вежливую, приветливую команду администраторов, которая не только поможет вам с покупкой акций, но и ответит на все вопросы, связанные с игрой. В итоге вы сможете комфортно и с высокой скоростью обработки заказов подобрать самые выгодные акции для вас. Что, вы еще здесь? Со мной? Не знаете, что сделать? Тогда все очень просто. Вы проходите вниз под этим видео, находите ссылку на канал в Телеграме, заходите на канал, выбираете акцию и либо просите администраторов помочь вам выбрать акцию, либо покупаете самостоятельно. Я там беру все акции и успешно призываю. Кстати, кто еще не видел последнее мое видео с призывами, обязательно посмотрите. Уверен, что вы захотите вернуться на этот канал снова и снова, ребята. До встречи, ваш Зевс. А реклама замечательных альянсов на канале Зевса. Альянс Понтия Пилатес набирает активных игроков для спокойной, ненавязчивой игры. Без фанатизма, будильник и прочего сленга. Титаны 12-13, центр фиолетовый, минималка на мифе от 1.2. Требования к соискателям. Активный игрок 80+, и это не возраст. Альянсовый квест 315, миф 345. Приходите, вас уже там ждут. We have some that are in the 60s, 60 to 80. Дорогие друзья, интересный комментарий к новостям. Мы рассматриваем героев с учетом развития игроков топ-100, либо игроков, стремящих попасть в топ-100. Если у вас возникают вопросы по героям на уровне вашего развития, с учетом имеющих у вас персонажей, то вам необходимо присоединиться к официальной группе Зевса в Telegram, наша, так сказать, Telegram-банда. И там наши бессмертные эксперты помогут вам принять решение по прокачке того или иного персонажа, ну или составлению ваших команд. Присоединяйтесь, все вас там ждем. Добрый день, дорогие друзья! У нас в игре супер призыв стихий, синий. Это значит, пару перцев прибавилось к нам к обзору. Наши новости и наши замечательные бессмертные эксперты постоянно, так сказать, трудятся, а кипчёлы. Ну что ж, у нас сегодня Анзи, и я готов вам представить своих экспертов. Ник Денисиус. Денис, приветствую тебя! Всем привет! Второй участник студии за микрофонами у нас Зайка с лапками. Юля. Юлия, приветствую. Всем привет, привет. Ну что ж, давайте, как всегда по традиции, я вам быстренько прочитаю, чем же интересна эта Анзия. Итак, скорость набора маны средней, все союзники контратакуют 75% полученного урона, плюс 7% за каждый щит льда на поле в течение 5 ходов, максимум до 159 общего урона. И также еще все союзники льда восстанавливают умеренное количество маны за каждую контратаку в течение 5 ходов. Эффект ослабляется при повторных активациях за один ход.
Пассивки, значит, что у них есть? Суперстихийная семья. Суперстихийная семья делает монокоманды еще сильнее. У каждого союзника той же стихии, что и герой, щит стихии. Герой заменяет самоцветом силы. Самоцвет силы наносит 20 урона случайному врагу каждый ход, пока не совмещен. Самоцвет силы появляется только на обычных щитах, совпадают со стихией героя. Одновременно на поле может быть не более 5 самоцветов силы. И второе, вторая пассивочка – множитель урона для отряда. У этого пассивного навыка две разные функции в зависимости от того, атакует герой или защищает. Пассивный навык атакующего героя отряда эту игру наносит на 100% больше дополнительного урона против более слабой стихии. А пассивный навык защищает героя. Этот герой получает на 10% меньше дополнительного урона от отряда более сильной стихии. Что ж, вот такая у нас Анзия. Давайте, ребята, тогда попытаемся совместно разложить ее, как всегда, по полочкам. Что касаемо атаки, давайте я начну с атаки. Ну, в тройку нападения явно есть в классическую серию 3-2 явно не взять. В саппорт, в принципе, можно попробовать взять. Я, правда, честно говоря, такими вариантами не играю, но как бы имеет место быть. В принципе, в саппорт это можно попытаться засунуть, думаю. Что скажете, кстати, ребята, вот по поводу саппорта? Вот имеет место быть? Можно я скажу? Конечно, Юль. Можно я скажу? Тебе первый, пожалуйста. Вот у меня есть тапок с двумя си. Вот. Бомбический тапок. Я его просто обожаю. Угу. Две си плюс хил в том же цвете. И два саппорта хил и какой-нибудь еще там бьющий или запрещающий. Без разницы, кого-то туда беру. То есть, если вдруг вам... Если вдруг что? Поймать. Ну, схил в том же цвете. Юль, ты пропадала, извиняюсь. Пропадала, еще раз. Пропадала, у меня звонок был. Давай. У меня звонок был. Давай, если вдруг... Если вдруг, говорю, вам повезло, и вы смогли поймать двух вот этих анзий, вот, и брать к ним какого-то хила в этом же цвете, это уже... Юля, ты опять пропала. Давай я пока... Нет, давайте по очереди. Юля, ты пропадала. У меня это... Да отключи эту симку-то. Я не могу отключить симку, потому что если я отключу симку, я с вами не поговорю, у меня не будет интернета. Я же на работе еще. GPS, GSM. Ну, я понял. Вот, у меня интернетовский, интернет такой. Давай тогда со слов, если вы поймали двух... Если вдруг поймали вы двух вот этих анзий, вам так вот вдруг повезло, что вы их смогли поймать, брать еще дополнительно одного хила, вот, и составлять из них вот такую, так скажем, ударную тройку из контратакеров, то есть трое тапок на контратаке. Вот. Будет вообще замечательно, просто... Вот она, мне кажется, очень даже для этого подходит. Но опять же, если вы их поймали две, хотя, ну как саппорта можно будет, да, и мне кажется, и на одной это встроить, на одной вот этой азме. Но у меня вот их просто две. И прям заходит на ура. То есть именно ударную тройку, построенную на контратаке, можно с ней сделать. Возможно, даже я попробовала бы построить ее, если поймать одну, ее азмию четырехзвездочную из Египта и хила, мне кажется, тоже было бы совершенно неплохо. То есть за контратаку она ману добавляет, контратака, да, от камней зависит. Но опять же, если у тебя было, если там где-то в запасе раскиданные камушки по полю твоего цвета, то вполне даже, мне кажется, очень интересно получится табок. Ну, на самом деле, вот две, не знаю, насколько можно тоже. А одну-то точно, я думаю, можно использовать, попробовать. Две же ты берешь, потому что у тебя... она же по трем дает отражение. Сейчас, секундочку, Денис. Сейчас, секундочку, я понял.
Вот. Ты же берешь две этих сив, потому что они по трем, поэтому. Я, кстати, последнюю войну тоже пробовал две брать, я не помню, там чем закончилось уже, вроде бы выиграли, да. Вот. Денис, что ты хотел добавить? Я хочу сказать, что если у вас две таких Англии, надо два там собирать, потому что все союзники контратакуют. Ну да, 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 я тоже то же самое сказал. Ну, либо знаешь, как, либо делать, допустим, если у тебя не получается два так, два это вообще супер-купер было бы, именно как на саппорте, да, но если даже их взять в один тапок, можно контратаку постоянную делать. То есть, если у тебя одна, ты ей установил. Либо, да, правда, чередовать, если она средняя, в темпе. Потом вторую, пожалуйста, и будет вообще шоколадненько вообще заходить. Ну, это бесхиловое получится. Так. Не, почему? Добавляй туда СМ, и вообще хорошо супер ХП накидывай, и все, вообще клево. То же самое, как с профессором. Ну, да, ту же селедку. Блин, до того же Кирилла ты возьми, и ты берешь еще одного хила в цвете саппорта, вот, и какого-нибудь там, допустим, запрещателя или шотера. Ну, и да, вообще да, у тебя будет замечательно заходить. То есть для тапка именно с контр-кеды, да, прям очень хорошо. То есть я думаю, что на ней можно построить и тройку, и двойку. Но это так, это мое мнение. Ну хорошо, тем, давайте про защиту играть. Обсудим. Денис, что скажешь про защиту? Да, значит, в защите, ну, конечно, интересная карта. Было бы еще, конечно, если бы не всем, допустим, льда бы она делала, ману прибавляла, но это уже тогда из области фантастики. По классу очень хорошее сопротивление всяким там блокираторам, все такое, да, класс монах. Статы очень жирные. Ой, да, да, подожди. Класс церковник, извините. Статы очень нравятся мне, 2000, броня очень мощная. Ну и сами по себе даже статы показывают, что это вроде как герой обороны больше. Ну и плюс, опять-таки, контра, да, противная, действительно. И если, допустим, мы представим, что за каждые 7% на поле щита, то это, грубо говоря, 15 камней до максимального контратака с поля. То есть, грубо говоря, идти на нее, ну, лучше синими картами, чтобы быстрее скидывать синие карты, как чтобы можно меньше контратак включился, если вдруг вы не успели переиграть на темпе, чтобы она не ультанула, допустим. То есть в атаке, в обороне я вижу, да. Я вижу в обороне, причем на плече, потому что это средняя. В углу делать ей нечего, в центре тоже, наверное. Ну, хотя в центре, вы знаете. Но если мимы всякие там, водопроводчицы, конечно, делать ей там нечего. То есть, опять-таки, из-за неимением лучшего. А если еще добавлю к атаке, можно хорошо ее взять, допустим, в тройку, ну, скажем, пойдет, может быть, даже в тройку атаки, или потому что она делает отряды против центра красного, допустим, на красный центр, да, как с четырех карт, допустим, потому что 100% пассивка дает урон атаке, то есть это как будто еще у вас карточка четвертая получилась, как будто 4 плюс 2, то есть шестью картами идете, но это опять-таки с камней только подчеркивается. Ну и плюс усиление моноцветом, которого уже в топах не играют. Не, атака не это, ребята, только саппорт, в тройку нет, ни в коем случае. Тебя разнесут. Тогда будет саппорт как 3 карты, да, очень мощно, 3 плюс 3 получается. 3 плюс 3 с 5 картами тоже не получится. Так, Денис, подчеркнул, что он усиливает. Ну подожди, Саня, подожди. Да. Она усилия отряды этого героя наносит 100% больше дополнительного урона против более слабой стихии. Я же говорю про красный центр. Если идти на красный центр, то даже тройка, то есть камни с двойки саппорт будет бить как с трех карт. Вот я тебе про что. Ну, понимаешь, при сильных базах рассчитывать на урон от камня, ну, это такое себе, честно тебе скажу. Поэтому, тебя вынесут поэтому, просто, да, просто ты не успеешь тройку, ничего дернуться. Вот как, да, поэтому вот как бы Юля тоже хотела сказать, что в тройку она тоже пойдет, как и в саппорт двойку. Я вот с ней тоже согласен, что с ну, точки это, зрения... Ну, нет, давайте называть это такими вещами. То есть у нас есть тройка атакующая, да, которая выносит трех персов гарантированно если при зарядке. Играть, да. Потом если у нас есть играть, саппорт, да, который защищает всю команду. Вот в саппорт, да, двоечку, она войдет, никакие тройки, ничего. Хорошо, и там учитывать... И в саппорте учитывать именно
камни уже не получается. Там основная задача саппорта защитить твою ударную тройку и продолжить ее собирать, по сути дела. Ну, как я вижу это. Потому что иначе там ты ничего не сделаешь, потому что саппорт не вынесет, по сути дела, никого. Ну, максимум, может быть, да, если там наберешь каких-то шотеров, одного, может быть, вынесут. Но, опять же, там сильная база, там 4, там как минимум 3 массовика, ну, они выносят обычно. Блокируют, выносят, и все, и до свидания. Ну хорошо, Юль, давай про Титана и Венты. Так, Юля у нас как-то не в сети, ну, хочешь, я добавлю. Ё-моё, я, наверное, этот выпуск буду обрезать неоднократно просто-напросто. Тот выпуск надо... А ты это, делай эти цифровые метки, там у тебя получается такая штука? Да, как? Это, у меня время не идет, я не знаю, вот здесь... Пиши отдельным листом, прям пиши время, и все. Да нет у меня здесь было. Времени так... Кого? Ну, это надо прослушивать, все будет. Хорошо, ладно, давай я перехожу тогда, значит, к использованию на Титане. Что касаемо Титана, ну, в принципе, явно нет, ничего там на Титане мы не сделаем. Ну, и в ивентах тоже этот перс вряд ли нам каким-либо образом поможет. Ну, да. В концовке у нас получается, слушай, сколько готов Денис поставить баллов этому персу? Ну, смотри, по итогу, да, если, скажем так, все же война у нас приоритет, ну, как правило, да, что, не будем лукавить, будем называть, как оно есть, то вполне, так скажем, четверочку я прям вижу ее. Но если она как две сив в одной карте, которые все контратакуют, то есть в саппорте, а саппорт это, считай, сборный тапок уже готовый, да, то есть мне она нравится, четверочку я вижу, я, то есть, качнул бы ее, класс у нее очень хороший, усиливает отряды, но это как бонус небольшой, то есть будет с руки бить больнее, но все вижу ее на 4, вот так скажем. Окей, слушай, ну я соглашусь с тобой. Мне нравится, во-первых, то, что по 5 дает контратаку. Это уже хорошо, не по 3, да, как в Сив. Если 2, это вообще интересно. То есть это постоянная контратака. Плюс еще, опять же, если вместо с ней взять хила любого, она еще и в ее же цвете, да, в ее стихии, в синей, то, соответственно, еще и быстрее будет хил заряжаться. Поэтому, подожди, тогда будет 3 карты синих, получается, если мы 2 азмы. Ну, у нас, видишь, как, у нас получается здесь... по сути дела, какой-то такой, ну, своеобразный тапок, отходящий от системы классической нашей 3-2. То есть то же самое, как 2 сив, да, или как сив одна с там 4 хилами. Это не новенький, это старый, но это, знаешь, это такой довольно-таки тапок получается... ну, единичный, что ли, я не знаю, своеобразный очень. Ну, гурмана, да? Ну да, то есть он собирается отдельно, и он не подходит под общую теорию, там, и причем опасность этого тапка состоит в том, что как только тебе выносят вот, там сив или вот непосредственно Анзию, все, у тебя остаются хилы, и ты, считаю, погибаешь, поскольку хил, ну, сколько ты похилишься. Да, да, да. Основной герой строится вокруг этой карты, да, ну, как да. И тоже хилы, с, допустим, с этой, как Скади. Да. Ну, все часто смотрят стримы, например, мои, и видно, что почему-то каким-то случайным методом всегда попадает защита, защищающий перс, всегда бьют по гримблу, по сиф, да, если да, нет ничего такого, по хилу. То есть это прямо это, как это, гадалки. Это вопрос, есть ли скрипты в игре, да? Да, вопрос, вот, есть ли что-то такое. Все случайно, все совершенно случайно, ничего там нету, точнее, все рандомно там. Ну что ж... Если вы не видите скриптов, но они есть, да? Видели скрипты? Нет, они есть, да? Ну что ж, справа от меня итог по персу Анзия. Делайте скрины, если вам необходимо, там передавайте в своих кланах, вашим соклановцам. Ну и также, что я могу добавить. Если у вас появляются какие-то новые сборки, обязательно пишите в комментариях, пишите ваши какие-то интересные вещи. Не из раздела «А вот что бы сказали, это не так», а из раздела «Что я нашел? Вот это вот, я нашел вот это вот». Ну и не забудьте подключиться в Телеграм нашего Телеграм-банду Зевса, там очень интересно. Все, до новых встреч, ребята, пока-пока, коллеги. Всем пока-пока. Всем пока, приятной игры. Пока-пока.